Итак, уважаемые друзья, это у меня очередная семья. Что мы здесь сделали? Сейчас будем что делать? Смотреть будем. Вывелись матки или нет? Первое, что мы сделали? Убрали матку с первого корпуса. На первом корпусе заложили свечевые маточки, мы их убрали, поставили под засев рамку с хорошей семьи, где матка сеет. Мне не нравится засев этой семьи и не нравится эта матка. Хороший засев для того, чтобы там вывелась хорошая матка. И на второй этаж тоже была поставлена матка, рамочка с засевом. Уже прошло некоторое время, я видел, что они заложили маточники, и я накрыл эти маточники колпачками. Сейчас проверим, вывелись матки чи нет. На этом этаже у нас нету ничего. Мы его снимаем, чтобы он нам не мешал. А на этом этаже, пожалуйста, посвети сюда, посмотри. Мы накрыли колодцы. Вот один, второй колодец. Раз, два, три, четыре, пять. Пять маточников мы накрыли. Сейчас посмотрим, вывелись матки чи нет. Покажем вам. Это рамочка от другой семьи. И они уже заложили маточники. Ну, я закрытые маточники взял и накрыл. Вот. Потому что мне тут нужна будет одна, ну, две матки. А остальные маточники мы, и матки, если они вывелись, мы их заберем, в другое место подставим. Я уже делал видео, куда мы можем их подставить. Нет проблем. Ух ты, крепко запаяли. Сейчас попробуем сдвинуть эту рамочку. Вот, пошла. И вот пошла. Молодцы. Хорошо паяют. Итак, друзья, смотрим. Расплод здесь уже почти вышел. Вот. Смотрим, что у нас в клеточках. Это вообще очень интересно. Но когда пчелы обсиживают, то, по-видимому, матка там вышла. Вот. Сейчас я пригляжусь и потом сниму клеточку и покажу вам, есть там матка чи нету. Или они просто маточник разгрызли. Вот. Чтобы нам не потерять матку, я смотрю. Бывает так, что разгрызают маточник. А бывает, что матка вышла. Так, внимание. Текайте, где вы там лазите. Да, я вижу, что похоже, что маточка там бегает. Если я не ошибся, сейчас еще внимательно гляну. Сверху не видно. Пчелы бегают, я вижу. А маточка сейчас не вижу. Секундочку. Поглядим с этого края. Вот она, да, есть маточка. Вот она бегает. Если вы заметите, вот она. Вот она, вот она. Сейчас она проскочит сюда наперед. Давай сюда, маточка, иди. Есть одна маточка, вывелась здесь. Короче, я ее вижу. Вот. Для вашего, так сказать, интереса я могу ее снять, чтобы вы глянули. Вот она, видите? Вот она, видишь? Хорошо? Угу. Все, закрываю. Чтобы они нам, это самое, геть, геть, иди отсюда, сосела, не там, где надо. Все, она на месте у меня. Смотрим следующую. Что у нас здесь? Я здесь пока ничего не вижу. Возможно, что вышло, а возможно, что нет. Да, тут два маточника, видно, что вышло. Одна, открытый колпачок, но матки я не вижу. Сейчас пригляжусь. Да, есть, бегает, вот она. Ее видно тоже. Вот она бегает. Я, вот она, вот она, вот она, вот она. Ах, она. Сейчас попробую я ее вам тоже показать внимательно. Смотрите. Вот она, вот она, вот она, вот она на низ побежала. Сейчас я ее прикрою, чтобы она наверх пошла. Вот она наперед хочет выскочить. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она бегает. Видите, вот она кувыркается, вот она, вот она, вот она под пальцем. Видно, да? Да, было видно. Геть, 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 идите сюда, носа суете не туда. Итак, друзья, вторая маточка вышла. Смотрим, что здесь у нас.
на следующее. И я думаю, что и здесь вышла маточка, только сейчас я пригляжусь, где она бегает. Маточник хороший. Да, что-то блинкает опять тут. Окей. Не видно. Вышла на чине. Маточник не разрезан еще. По-видимому, еще не вышла здесь. А вот на этом, на крайнем вышла. Вот она, маточка бегает на крайнем. Вот она. Вот она, вот она, вот она побежала. Сейчас мы глянем на эту сторону. Геть. Итак, друзья, три маточки есть, я вижу. Четвертая здесь непонятно, маточник не открытый. Что с этой стороны? С этой стороны, похоже, что матка тоже вышла. Вот, сейчас я пригляжусь. Открыто, колпачок открытый, я вижу. Но матки я сейчас не вижу, где она бегает. Или разгрызли, или колпачок просто открытый. Внимательно сейчас поглядим. Да, матки здесь не видать. По-видимому, разгрызли. Вот. Нету матки здесь. Сбоку разгрызли, матки я не вижу. Или они ее попробовали выпустить сбоку. Ну, короче, ее не видно здесь. В общем, три матки мы сохранили, и четвертая еще не вышла. Вот. А, вон она куда вылезла. Посмотрите отверстие. Отверстие насквозь. Вот здесь вот насквозь отверстие. По-видимому, она где-то здесь бегает. Вот она насквозь отверстие. Они прогрызли с этой стороны, ее выпустили. По-видимому, она где-то здесь бегает по кругу. Приглядеться надо, потому что она вышла, я видел. Но они прогрызли с обратной стороны дырочку. Умные оказались. И, по-видимому, выпустили матку. Итак, друзья, определенное время мы можем держать в клеточках матки. Но только лишь определенное время. А потом матка выходит. И они даже умудряются прогрызть. Вот посмотри насквозь. Вот видишь, вот здесь вот видно насквозь, если приглядишься дырку, да? Видно? Угу. Они прогрызли с обратной стороны. Я думаю, что ж такое? Колпачок открытый и сбоку прогрызено. И матка где-то выскочила и бегает по кругу здесь. Вот, или на земле, или на низу. В общем, я ее не вижу, надо приглядываться. Итак, друзья, вот таким образом работает система, если вам нужно вывести дополнительных маток. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Эти маточники мы уже с матки можем с пчелой подставить. Это матки неплодные. В любое место. Как поставить неплодные матки, вы на видео и на YouTube много-много видео. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи вам, до встречи.